Друзья, стартовала очередная акция, организованная котодетками «Вагончик добра». Я призываю всех, мои хорошие, они не виноваты, что они родились бездомными, но мы с вами люди. Давайте их накормим. Ребята, самой искренней благодарностью ко всем вам. Спасибо за то, что вы принимаете участие в этой акции. Помоги бездомному. Друзья, с вами Лохматая душа. Я хочу обратиться ко всем неравнодушным людям, кому не все равно, что у нас погибают бездомные звери и существуют такие приюты, как мы. Тому, кто возмущен тем беспределом, что творится в нашей стране, с той жестокостью и равнодушием к тем, кто веками жил рядом с нами. Я прошу всех неравнодушных, всех добрых людей нашей страны поддержать нас. 2000 животных лохматой души нуждаются в вашей поддержке и помощи. Я прошу вас, давайте поищем им семьи все вместе. Они не виноваты, что родились бездомными. Им нужен дом, им нужна семья. Им нужны условия хоть чуть-чуть получше того, что мы имеем. Потому что это сейчас лето, а впереди, ребята, зима. Ребята, нам не только надо их накормить, нам надо их еще и согреть, и защитить, и закрыть от дождя, от холода. Я прошу вас, присоединяйтесь к нам. Присоединяйтесь. Лохматая душа ждет вас.
вашу поддержку, вашу дружбу. Вы нам необходимы, друзья. Я желаю вам всем душой, всем сердцем. Просто вам радости и добра. Собака в доме – это счастье. Что бы там ни говорили. Да, это проблемы, да, это иногда боль и слезы. Но, ребят, собака – это друг, это ребенок, которого, если вы в один раз возьмете, вы уже никогда больше не сможете жить без собаки. Просто не сможете. По попе дам, кого обидели? Какая красивая псина. Очень красивая. Оспокойня, сигавка там что-то. А тебе что, парень? Просто грустно. Давай-ка мы тебя тоже пристроим в семью. Все твои друзья уже разъехались, такие лохматые, красивые. Боже мой, смотри, посмотри взгляд. Я сейчас иду сюда. Все гавкают, что-то делают. А этот завис и грустит. Это надо с ножницами. Надо было еще ножницы взять, да. Ой, хорошо, как будет. Это мальчик или девочка? Зарос так, бедняга, что? Давай мне еще волосы сюда. Давай. Берем. Ой, как хорошо. Очень. Давай интенсивнее. Да я боюсь, ей больно сделать, она меня укусит. Нет. Наоборот, сейчас приятно такие вещи носить на себе. Тогда нам нужен третий. Я бы держала собаку. Надо втроем ездить. Ой, ты молодец, какая. Хорошо, как хорошо. Так мальчик или девочка? Расчесываешься, умница. Умница собачка такая. Только этот пух надо пособирать, наверное. А то они его съедят. Красавец какой. Давай, давай. Расчесывается. Мальчик? Ну давай брюхо расчесывай. Ой, какое брюхо хорошее. Вот он. Вот. Ой, как хорошо, скажи. Ой, брюхо. Ой, балдеж. Не часто, да, тебя балуют так? Не часто. Ой, ты хороший. Такой красивый. Мальчик? Девочка. А, девочка. Девочка. Это девочка. Девочка. Ты девочка. Хорошая девочка. Ты девочка. Зубки такие. Ой, такие спокойные собаки хорошие. Ой, почешь. Давай. Кстати, у нее... Да-да-да. Играем. Она помолодая. Да, играем. Играем сейчас. Ай! Телефон не трогай. Смотри, посмотри, как она хочет играться. А? Смотри, смотри. Ой, надо... А как же спину расчешем? Она все время валяется. Брюхо подставляет.